В преддверии 8 марта в президентском перинатальном центре родились 12 мальчиков и девочек. Церемония торжественной выписки оказалась необычной. Анечка – первый ребенок в семье Дмитриевых. Спит на руках родителей и даже не подозревает, что происходит вокруг. Вспышки фотоаппаратов и видеокамер, букеты цветов – поздравления. Так начинается новая жизнь для этих младенцев и их родителей. Моя первая долгожданная дочь. Ждали всю семью, можно сказать. Ну, до этого-то у нас внуки еще есть у бабушек, но мою дочь, наверное, ждали все вместе, хором, очень-очень долго. И вот, наконец-то, дождались. Анечка. Для нас и так большой праздник, то, что мы получили свое счастье, свою дочь, а еще в разы украсили этот праздник. Вячеслав встречает жену вместе теперь уже со старшим сыном. Богатырь в конвертике при первом знакомстве немного нервничает и всячески дает понять, что ему жарко и пора ехать домой. Ну, мы рады, что у нас мальчик будет друг для старшего сына. С девочкой, наверное, все равно так бы не играли, а тут они вдвоем, им будет весело. Мы рады, что у нас мальчик. За девочек пойдем. Думали сперва, чтобы подрос первый сынок, чтобы было полегче. И вот решились, вообще классно. То, что сам глава приехал поздравить, это вообще, конечно. С молодыми родителями познакомился и временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Наша задача, конечно же, заботиться прежде всего о вас, чтобы у вас в семьях было все в порядке. С праздником, конечно, дорогие женщины, с наступающим, чтобы улыбки были не только сегодня-завтра, но и каждый день желательно. С праздником. Добра вам и счастья.